Так, удостоверение мастера спорта России международного класса. Александр, мы тебя поздравляем. Желаем тебе новых побед. Я знаю, что в этом будете на России только побед. Прошли уже соревнования, позади переживания. Вы победили так стремительно, красиво, четко, восхитительно. Мы рады вас сейчас поздравить, вручить награду. Вы этого заслуживаете. Герои, молодцы. Для представительства нашего города мы уверены, что это очень большой результат. Никогда не сомневайтесь в себе. Будьте уверены, в новых высотах. С победой, Тимур. Спасибо тебе большое, что ты у нас есть.